Добрый день, дамы и господа. Сегодня хотим отснять вам фильм с неожиданным названием «Как заменить электрическую батарейку на электросамокате Хуго М3». Приветствую, Денис. Здравствуйте. Ну, расскажи, что у тебя получается, что ты сделал? Пытаемся разобраться, как вообще вытащить батарею. Разбираем все по болтикам. Ну и, собственно, ведем съемку, чтобы не запутаться потом, когда будем собирать. Вот приобрели такой самокат полуразбитый. Ну как полуразбитый, со сломанной батареей. Вот, и, видимо, тут было какое-то... С отсутствующей батареей. И сейчас было обнаружено при разборке вот такая интересная деталь. Провода, да. Ведущие к стопорям, отрезаны. Отрезаны. Это стопарь, да? Ну да. То есть вот отсюда я ее отсоединил с помощью болта сейчас. Так вот он. Ага. Это кто-то... Это надо же, это самое, вот отрезать провода для того, чтобы меньше энергии он потреблял, так? Неизвестно. Вместо того, чтобы заменить батарею. И на этой тоже, видимо, так же. Да, тоже отрезано. Тоже отрезано. Обалдеть. Да. Так, ну, когда мы открутили эти детали, это нам не сильно помогло что-то отсоединить. Есть предположение, что надо крутить вот здесь, чтобы, возможно, достать всю конструкцию с батареей. Возможно, это не точно, но стоит попробовать. Ну, пробуем, работаем. А у тебя есть уже опыт какой-то общения с электротехникой? Расскажи, пожалуйста. Ну, года 4 назад пробовал собирать айфоны, менять на них батареи. Но, собственно, с такими большими еще не имел дела, все пробуем методом научного тыка, как говорится. А про электровелосипед упустил, забыл? Расскажи. Что про электровелосипед? Ну, что на электровелосипеде был собран на Golden Motor колесе, чтобы батарейки тесловские собрали. И пробежали на нем сколько, помнишь, километров? А, когда катались? Да. Не катались, а испытания делали. Испытания, что-то около 56 километров. 56 километров, да. Продолжаем работать, откручиваем. Продолжаем откручивать детали, так как не... Ну, достаточно неудобно вот работать здесь, да? Да. У нас есть предположение, что снимается предварительно колесо и руль вот здесь в конструкции. Но мы не хотим на лишний раз разбирать, поэтому решим немножко помучиться. О, уже шевелится. Да. Разобрать-то, наверное, легче будет. Как собирать будем? Кроме всего прочего, была... Все-таки решили открутить конструкцию с рулем, потому что уперлась. С рулевой стоечкой? Да, уперлись. По высоте ключ не влазит. Поняли, что все-таки надо разбирать. Все просто снимается, откручивается 17-й, вроде как. Да, 17 миллиметров. Да, чтобы не забыть. Но оно все равно не снимается, поэтому придется конструкцию полностью здесь разбирать, еще 4 болта откручивать, а всего лишь оттянуть закрепление в разные положения и откручивать шестигранником всего лишь один самый большой из них болт. Ну, показывай, какой. Вот этот получается. Даже можно наблюдать, что тут перед нами предыдущие мастера тоже разбирали.
Он зализан, да? Нет, тут есть вмятинка на шайбе маленькой. Угу. То есть, а вот эти вот как заводские стояли, так и стоят. Их никто не разбирал. Интересно. Угу. Как-то его отложить, не потерять, чтобы здесь в углубке. Так, ну и теперь все должно получиться, когда оттягиваем вот эту шайбочку, да, и... Ну, в принципе, да. Уже надо... открутим. Да, уже открутим. Уже открутим. Если поднять, вот так. А вот это вот туда положи ее. Туда вот. Ну, придется придерживать вот так вот. Да, чтобы откручивать. На самом деле тут можно еще дальше откручивать, но я думаю, мы справимся. А если вторую открутить, вот эту вот? Вот эту вот. Да. Вот я это. Думаю, даст. В принципе, да, можно. Не, не даст не ничего. Даст, не даст. Не даст. Поэтому будем в положении подвешенном делать. Но все равно этот болт дал результат. Его да. Надо снимать. Да, надо. Ну вот в три руки пытаемся. Один придерживает за колесо, а другой двумя оставшимися руками откручиваем. Ну осталось еще немножко. Самое интересное, даст это результат или нет. Ну рассказывай, как тебе удалось все это дело. С трудом. Связку с проводами. Действительно получилось. Да, молодец ты. И туда засовывается. Посмотри, аккумулятор наш зайдет туда. По идее, да. Так, ну вот надо поддерживать. Ну-ка. Да, по высоте заходит, отлично, уже хорошо. Ну, то есть его можно и побольше туда поставить. Да, получается. Можно прям вообще побольше. Ну ничего, мы попробуем пока этот. А к чему же он сам будет крепиться, получается? Сзади? Не, он просто, значит, не крепится, да, а так. Все понял. Итак, наше главное сердце достали. Главное сердце. Но он маленький, 36-ваттный. А это 36 вольт. Скорее всего, 12 или 10 ампер. И вот это вот силовые. Вот силовые, но кто-то переделал вот концы, потому что вот под силовые у нас вот такая фишка должна быть. То есть нам надо перепаивать, переделывать фишку. И идем тогда дальше. Да, не подходит. Сейчас пытаемся испытать работоспособность нашей батареи с помощью временных махинаций. Временно. Итак, что мы дальше делаем? Решили использовать вагу. И зажимаем концы. Обжимаем. Нормально? Нормально. И давай другой теперь. Ага, куда его? До конца не засовнется? Нет, что-то не фиксирует. Надо открыть его, чтобы зафиксировать. До конца его попробуем. Нет? Нет, тут не получается. Не дотягивается.
Говори, говори людям, что делаешь. Да, используем насадки. Обжимной наконечник. Обжимной наконечник. Обжимаешь чем? Специальным инструментом. Угу. Ну и пассатишками немножко это обожми, пластик. Чтобы влезло. Да, чтобы влезло в вагу нашу. Только уже в другую. Пытаемся. Давай, давай. Нормально, войдет. Пассатишками. Нет. Вот так их попробуй. На вагах. На вагах. И все, у нас работает. Уже включили, и вот колесо крутится. То есть вывод не обязательно, что оттормозиться будет у нас? Ну-ка. Ага. Все, продолжаем дальше. Сейчас проверим, пойдет ли зарядка. Да? Да. Опробовали зарядное устройство, все заряжается, все работает, и мы начинаем сборку. Так, в первую очередь необходимо засунуть батарею. Нашу батарейку аккуратненько. Тут мне, наверное, помощь ассистента понадобится. Давай, пробуй сам. Засовываем все внутрь, все провода наши. Провода постарайся, чтобы здесь они вот были. Продолжаем собирать уже на следующий день. Студент у нас на маевку, на шашлыки смотался. Приходится бате собирать. Ну, сначала прикрутили вот эти вот лопухи. Потом вот этот лопух. И сейчас докручиваем вот эти четыре винта. И потом будем
переворачивать. С гровер шайбой поставили сюда, чтобы не откручивалось. Смотрим дальше. Гош, я не буду сейчас ничего делать. Давай, держу. Вот два закрутили, еще два назад осталось крутить. Если здесь еще удобно, то вот здесь вот крайне неудобно. И надо откручивать вот один винт здесь, для того, чтобы вот эта вся механизация приподнялась. И вот так вот докручиваем. Вот таким вот ключиком. Ну все. Этот докручен. Этот проверим. Все. Идем дальше. Сейчас будем один единственный вот этот винт ставить вот на эту сторону. Вот сюда вот. Механизация. И вставим вот этот вот штырь. Вот так вот на бачок положили технику. И с трудом вставили вот этот вот штырь. И сейчас накручиваем гаечку вот сюда вот. Наживим, скажем так, гаечку. Так, и будем сейчас поднимать технику. Итак, закручиваем. Закручиваем с помощью отвертки ключа. Вот этот вот болт. Такое дело. И осталось вкрутить вот этот нам болтик. Все на место. Так. Вот этот ключик берем. Получится, не получится. Поменьше надо. Будем двумя руками. Остались испытания, как получилась замена аккумулятора, ну и восстановление работоспособности. Все включено, нажато. С Богом. Поехали. Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, девятнадцать.
21. Наша улица в деревне. Попробуем тормоз. Он тормоз хороший, отличный. Но не заряженный вот. Самое главное, что едет. 23. На разряженной батарее нормально. Приехали. Ставим подножку на посередине здесь. Вот 370 километров наездили. И выключаем. Все. Подписывайтесь, ставьте лайки, будет еще интересней.